добрый день. Сегодня 15 мая 2021 года. Выехал с внуком Феодором и внучкой Алисией на рыбалку. Фео в том году уже был на этом водоеме. Не очень был такой. Сколько рыб в том году поймали? Сколько ты поймал в том году? Две. Первых в жизни на удочку. Да? Да. Да. Видео в Ютубе есть. Алисия, ты первый раз на рыбалке? Рыбу поймаем? Да. Все, забрасываем удочки и снимаем, что у нас получится с этого. Ты за своим смотри, у Фео, помощница. Фео, приготовься сейчас. Фео. Тащи, тащи. Тащи, Фио. Сорвался. Да. Давай, Фио. Рыбешка. Алися, тащи. Прозевала. Алисия, смотри, Фео поймал. Это нормальный? Ну, такой мелкий. Отпустим. Все, этого отпускаем. Будем ловить здоровых. Алисия, тащи. Давай, по-моему. Только что у Фео сорвалась рыба. Колдуем опять. Колдуй баба, колдуй дед. Здоровенную рыбу нам поймать. Алисия или Фео, или сразу две. Пусть они не будут сразу ленивые такие, что схватили, съели нашу наживку. А чтобы хорошо пожевали. Чтобы попались. Да, Алисия. Так, пока не клюет. Ну, будем ждать. Алисия, сколько ты рыб уже сегодня поймала? Три больших и одну маленькую. Три больших и одну маленькую. И Фео поймал тоже. Столько же. Много. Но самые большие поймала Алисия. А зеркального кто поймал? Фео. Фео зеркального. Смотрите, жаба там. Это лягушка. В воде живет лягушка. Жаба живет на суше. Это лягушка. Так, вы давайте от удочек не отходите. Вы ловите или лягушек, или бабочек, или рыбу. Приехали сегодня за рыбой. Нам осталось всего взять жабу. Лягушку. Лягушку. А то у нас бабушка есть и рыба. А лягушки нет. Давайте ловить лягушек. Лягушка, иди сюда, чтобы нам попался зеркальщик. 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 Лови, тяни, 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 тяни. Давай, Фео, давай, 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 давай. Поднимай, поднимай, поднимай вверх. Отходи, отходи от берега, поднимай. Молодец. Смотри, какую рыбу поймал. Ура. А эту возьмем. Эту возьмем. О, Фео рыба. Привет, супер. Рыбка. Привет, рыбка. Похоже, такой здоровенный зеркальщик. Можно отпущу кончик, а то я... Давай, ложу. За Алисию, да? На Алисию удочку. Ну, да. Ты же домой пойдешь. Подожди. Как я уже в море? Опа! Домой! Вот. А это было так легко? Это маленькая. Отпускаем. Это было так быстро? Первая рыбина, ну не первая, но отпускаем, да? Да. Будем ловить больших. Больших будем ловить. Где-то шесть. Живи. И не проплывай больше.
пока с Алисией рыбу буду сейчас ловить. Алисия. Смотри на поплавок, Алисия. Ближе к удочке сядь, чтобы ты сразу схватила ее. Смотрим на воду, а не на ноги. Контролируем, как рыбка сейчас будет клевать. Сейчас я сделаю фио и тебе подожди. Сейчас я хочу, чтобы Алисия тоже клюнула рыбка. Смотри, трогает поплавок. Стой, стой, не спеши, я скажу, когда. Тяни! Тяни. Фио, отойди, чтобы видно было. Тяни, подымай. Отходи от берега. Отходи от берега и подымай. Подымай. Подымаем. На, неси, тяни дальше. А можно я это, ей это тяжелее? Алисия поймала рыбу. О, эту берем? Давай. Берем эту рыбу? Да, давай. Она большая? Смотри, какую ты рыбу поймала большую. Большая? Посмотри сюда. Большая. Берем? Можно я эту? Я первую ляжу. Ну, съел. А давайте и эту отпустим, или нет? Да. Чтобы большие, самые большие были. Отпустим. Нет или да? Отпустим. Голосуем. Отпустим. А Алисия говорит, что делаем. Берем или отпускаем? Берем. Берем. Вот, Ро, давай, Фео, тащи. О, хороший. Поднимаем. А, я его беру. Берем, такого надо брать. О, Фео, красавец. Да. Долго мне ждали, нравится, пока клюнет. Мне он нравится. О, какой. Смотри. Рыбка. Красавец? Вот там. Бери. Тут водос. Такого можно брать. Бери. Алисия смотрит за поплавком, контролирует, как поплавок себя ведет. И слушает дедушку на всякий случай. Когда дедушка крикнет «тащи», Алисия хватай удочку и «тащи». Фео. Испугал Алисию. И рыбу испугал. Тащи. Стой. Подожди. Тащи. Тащи, поднимайте большую. Вместе тащите. Поднимайте, от берега отходите и тащите. Отпустилась. Нет, рыба живая. Маленькая. Да, такую отпустим, да? Да. Нет, она большая. Маленькая. Отпустим? Да. Нет, ну один раз ты выиграла, отпустим. Теперь я говорю, отпустим. Отпустим. Это да. Будем ловить больших. Смотри, какие маленькие крылья. Плавники. Ну, она большая. Маленькая. Ох, и прицепилась. Все, отпускаем рыбу. Ей достали. Давай, Алисия, колдуй на рыбу, давай. Сейчас клюнет огромная рыба. Думает, клевать не клевать, боится. Большую часть отпускаем, потому что маленькая. Да, Алисия? Пять отпускаем, одну берем. Да,
Колдуй, Алисия, давай, колдуй, колдуй. Колдуй, чтоб клюнуло. Чтобы у тебя у меня клюнуло! Пока нет. Плохо колдуешь. Магии ноль? Надо, чтобы было не ноль, а 10 единиц магии. Разве маленькая? Ну да. По-моему, большая. Берем ее? Берем и едем домой. Да, Алисия? Да. Все, ура! Фея, у тебя клюет. Тащи. Опять. О, большой какой. Поднимай, отходи от берега. Поднимай, 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 поднимай на берег. Вот так. Что, палец придаю? Ну да. А ну теперь вместе... Подходите на фоне Алисии и Феодора. Смотрите, какая рыбища. Класс? Мне нравится эта рыбка. Берем. Это было жестко. Думаю, нам достаточно. Думаю, да. А как поделить? Поровну. Еще одну рыбу. Я ее помою.